Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. Сегодня видео я хочу показать, как вообще проводим мы время на Majestic вне съемок получается. Что мы делаем, чем мы вообще занимаемся. Да, сразу хочу предупредить, то, что все, что будет показано в видео, несет в себе только развлекательный контент. Это всего лишь игра, мы отыгрываем своих персонажей. И это просто играем в игру GTA 5 RP на Majestic. Но если ты также ходишь со мной на Majestic, то при регистрации вводи мой промокод Хаман или в самой в игре чат пиши /промо Хаман, который даст тебе платину VIP и 20 тысяч виртуальной валюты. Ну а я всем желаю приятного аппетита, всем желаю приятного просмотра, а мы погнали. Все, ты удовлетворена на ближайшее время? Ну как тебе сказать? На какое-то время. Ух. Ого. Ты, блядь. Мужик, по-братски, уйди отсюда. Я камеру доставил, братишка. Мужики, уйдите отсюда. Какой сюрприз, бля, неожиданный. Еще песня хорошо, такая. Брат, мужики. Давай, делай, брат. Брат, аккуратно. Я попозже камеру достану. Ой, хорошо, да. Сашуля, а ты на машине? Да, я на машине. А что у тебя за тачка? А это Vapid Scout. А, я понял. Ну да, давайте все уже сюда. Вон эти, багажник прыгнул, все нормально. Ничего себе, слышишь? Слышишь, а он не испугается, если мы сейчас поедем все вместе? Это какого? Как Эдвард, как тебя зовут? Эдик. Куда мы едем? На 7-й банк. Иви. Почему у меня Иви с Киви ассоциируется? Не знаю. На 7-й банкомат, да. Сашуля, а там нормально этот? Что? Ты у него покупала уже? Не, первый раз покупаю. А, я понял. Ну поехали, окей. Нет, просто на торговую площадку легко найти. Туда его, хорош! Эдик из багажника кричит на него. Вы тоже слушаете дорожное радио, что ли? Не-не, у нас свое радио, армянское. А, это армянское? Да. Мы сейчас за шаурмой поедем. Не переживай. Угостим шаурмой, так сказать. Да я не знаю, как у них заведено, я только сегодня с ними познакомился, как и с Иви. Наше знакомство было не одно из самых приятных. Где мы когда-то познакомились? Давай, режем его. Да подъедь прям к нему. Братишка, тормози. Братишка, чё ты прийти, братишка? Что с башника, вылезти, я нажми, блядь. Просто гулял, блядь, пожалуйста. Да гулялся, брат. За что вы? За что вы его, блядь? Да просто для кайфа поехали. Все, падаем. Так, мы беспредельщики, по факту. Поехали. Он нас оскорблял, брат. Все нормально. Хорошая. Ну, по-моему, можно лучше сейчас. Вот так разве не лучше? О, вот так лучше. Слушай, это просто бомба. Ну? Я смотрю на город. Это куда? О, опять вот это начинается. Я не успел запечатлеть. О. Вот, теперь идеально. Вот теперь, да. Сейчас надо... Просто идеально. Надо подумать, какой можно кадр. О, из-за дерева! Ой-ой-ой, какой сейчас будет кадр. Из-за дерева? Сейчас увидишь. Блин, опять началось это, блядь. Да, ну... Мне совсем чуть-чуть не хватило. Ну а на этом мое видео заканчивается.
Я вам показал некоторые моменты, а именно одного дня, что мы делали. Если вам понравилось, то пишите в комментариях, я буду дальше вам выкладывать вне, получается, съемок, что мы делаем. А мы делаем очень много чего, не только такой херней занимаемся. Опять же повторюсь, то, что это будет записано чисто развлекательного характера. Никому не хотел навредить, никого не хотел обидеть и так далее. Так что ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал. Всем удачи!